Алексей Яковлев, нападающий хоккейного клуба «Сибирь». Алексей, ну вы буквально со льда, тяжелая концовка. Хватает ли сил выдержать такое давление со стороны «Спартака»? Играем очень много в меньшинстве, приходится много играть в обороне, к сожалению, в данный момент. Поэтому надо переворачивать игру, поменьше удаляться и меньше будем тратить сил в своей зоне. А так, да, пока что мы много тратим сил, да. А сильно ли сказалась потеря, можно сказать, одного из лидеров уже в самом начале матча? Вы знаете, у нас 13 игроков на 13 нападающих на матч заявлено, так что... Я уверен, что Миша Назаров не сыграет как минимум не хуже, и все хорошо, в принципе. Главное не удаляться, еще раз повторюсь. Алексей, не могу не спросить про шайбу. В прекрасном стиле забросили, и вообще ваше звено очень активное. Такое чувство, что это не четвертая тройка, а первая или вторая. Так получилось, что пришлось где-то брать на себя ответственность за отрезок данный, и в принципе все получилось. Тренерский штаб доверяет играть в меньшинстве, поэтому где-то может быть уверенность и появилась, что играю чуть больше остальных в данный момент. Поэтому, в принципе, и забил поэтому. Спасибо. Удачи. Спасибо.